Здравствуйте, перед вами три сигнализации от производителя Шериф: АПС ZX2700, ZX1070 и ZX755 Dialog. С ними ваша машина будет под защитой в любой ситуации. Эти охранные системы различаются по цене и функционалу, поэтому к выбору стоит отнестись серьезно. Модель АПС 2700 – самый бюджетный вариант, однако по качеству и надежности не уступает двум другим. Эта модель с односторонней связью. Надежно защищает от перехвата сигнала. Световая и звуковая индикация информирует водителя о попытке взлома авто. Следующий класс представляют модели с двусторонней связью, например, ZX1070. Главное преимущество – информативный экран. На нем отображаются все сведения о состоянии автомобиля. Есть возможность дистанционного запуска двигателя. Модель с наиболее широким функционалом ZX755 Dialog. Изготовлена по самым современным технологиям. У сигнализации есть датчик удара, турбо-таймер, режим бесшумной постановки на охрану. Как и у предыдущей модели, предусмотрен автозапуск двигателя. Полезная функция, особенно зимой. У всех трех моделей есть режим анти-хайджек. С ним можно не опасаться насильственного захвата авто во время движения или на парковке. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.